крутое крепление, два алюминиевых уголка, винтики и саморезы. Объясняю, как оно будет крепиться. Возьмем дверочку. Значит, берем один уголок. Вот. Тоже крепим вот так. Ну, я буду крепить на верхнюю часть. Можно, в принципе, на нижнюю. Из двух болтов достаточно. Телевизоры нынче очень легкие пошли, поэтому можно сказать, излишняя прочность заложена. Винтики я взял вот от мебельных, вот таких вот подходят хорошо по резьбе. То есть шаг резьбы совпадает с тем, что в телевизорах. Так, ну, у меня большой запас. Поэтому тут, скорее всего, придется, наверное, накрутить шайбочки. Подложил гаечки. Все, дальше покажу, как крепим. У нас получается этот уголок будет крепиться к уголку, который на стене. И сверху просто винтики вот так вставляем. Совмещаем отверстие и затягиваем на болт. От того, как вы затянете, будет зависеть свобода хода, так сказать, самого уголка. Можно наклонить телевизор, можно наоборот сделать его, чтобы он более прямо был. Ну, так что все зависит от регулировки вот этих вот болтиков. Вот этого вот этих винтиков, как от конструктора я их называю, на сколько тут, на 4 миллиметра, их достаточно прочности, чтобы телевизор вообще висел и ничего ему не делалось. Я на такие винтики повесил телевизор, который диагональю 43, а это 22, поэтому в прочности здесь вообще речи никакой не может идти. Все достаточно прочно и надежно. Все стало зафиксировать этот уголок на стене. В общем, я тут немножко усовершенствовал, сразу прикрутил винты, чтобы никаких гаечек не надо было накручивать. И прям просто вот за эти крючки, так сказать. Крючки, в общем, получается. Попробуем, оденем. Сейчас этот телевизор без закручивания. А так вот, просто вставили. Можно, в принципе, сейчас навернуть гаечки, а можно не наворачивать. Он, в принципе, так хорошо держится и спокойно отгибается, как надо. Вот. Так что удобное универсальное крепление.